сегодня воскресенье, и мы отправились в яхт-тур по Алании. В этом году я задалась такой целью посетить и съездить на все экскурсии, которые есть в Алании, ну и, конечно же, показать вам, как они выглядят, что там происходит, что показывают интересного. Ну, а сегодня мы отправляемся в яхт-тур вместе с Айханом. Мы уже на набережной отправляемся в наше морское путешествие. Наш корабль находится прямо напротив дискотеки Робин Гуд. В предыдущем ночном видео я вам его показывала. Называется он Джуниэйт Баба. Кстати, у этих ребят два корабля. Один Джуниэйт Баба для таких более или менее сумасшедших туров с пенной вечеринкой. Есть у них еще вот этот корабль, на котором можно ходить на рыбалку и ходить в такой более релакс-тур. Давайте сейчас пройдем, до того, как мы отплыли, пройдем по этому кораблю. Этому кораблю 6 лет. Ребята, которые владеют этим кораблем, занимаются, ну, можно сказать, этим бизнесом уже около 40 лет. Корабль наш постепенно заполняется. Здесь три палубы. Это первая палуба. На ней обычно подают еду. Ну, в общем, во время остановки обеденной все здесь кушают. Сейчас идем на вторую палубу. Очень много народу. Но я думаю, что я туда подниматься не буду. Я лучше поднимусь вот сюда на капитанский мостик и покажу вам, что у нас сейчас. Кстати, 10 утра, солнце светит, очень жарко. Вот так вот выглядит набережная Алании. Ну и вот так вот выглядит наша лодка. Народу нереально много, поэтому другие лодки тоже заполнены. Кстати, этот тур мы купили в компании Tivrona Tours. Стоит он $20. Что включено в тур? Ну, конечно же, трансфер из отеля или от дома. Но мы приехали на мопеде. И включен обед. Включены все безалкогольные напитки. Ну, естественно, все другие алкогольные напитки, они экстра. Да, здесь очень много народу, нам здесь места нет. Придется нам сидеть внизу. Все лежаки уже заняты. Надо раньше просыпаться. Но здесь тоже есть лежаки. Но здесь будет очень жарко. В общем, на улице жарко. 10 утра. И вот так вот выглядит сейчас. Это первое.
должно было быть плавание. Но из-за волны, как другие корабли, будем продолжать. Сейчас плаваем на новый порт. Там тихо, без волны. У нас будет там плавание, а потом обед. У нас очередная плавательная остановка. В таких турах традиционно подают рис или булгур, салат и вот такую курицу, которую я уже съела, но просто, ну, достаточно вкусно. Еще можно взять различные напитки и воду. Это тоже все входит в стоимость тура. Ram zam zam, ah 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 ram zam zam,
Обратно в порт, и сейчас у нас последняя плавательная остановка опять около Красной башни и Судоверфи. Все, друзья, наше путешествие закончилось. Народ покидает корабль. Что, дорогие друзья, наш тур закончился. Вот такой вот небольшой тур у нас сегодня был. Морская прогулка. Нам очень понравилась. Мне очень понравилась, еда была вкусной, музыка негромкая, пенная вечеринка. Ну, в общем, друзья, очень классно. Если хотите, советуем вам корабль, который называется «Джунейд Баба». Так мы хорошо отдохнули, что даже устали, поэтому сейчас едем домой в воскресенье отдыхать дальше. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну и, конечно же, приезжайте в солнечную Алания.